В некоторых районах республики введена чрезвычайная ситуация в связи с засухой. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом в интервью нашему каналу заявил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Павлов. В конце июня в регионе установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха была выше нормы на 7 градусов, а то и более. В итоге засуха скосила часть урожая. Аграрии начали подсчитывать ущерб. По данным Минсельхоза республики, потеряно где-то 25-30 тысяч тонн картофеля. Данные предварительные. По данным в основном 4 районов, в которых были зафиксированы наиболее сложные условия, это Яльческий, Комсомольский, Батырский, Шамушинский районы, ущерб составляет более 700 миллионов рублей, но это уже чрезвычайная ситуация республиканского масштаба, поэтому было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации постановлением правительства Чувашской республики. Минсельхоз республики предложил Кабинету министров обратиться в российское правительство с просьбой о помощи, поддержать пострадавших сельхозпроизводителей. Подробнее о последствиях засухи речь пойдет в разговоре по существу в 20:30.